Всем здравствуйте, вы на канале Елена Франции. Начинаем новый блог в семье Дюмонов. Я, как всегда, на своей кухне, вы уже к этому привыкли в моих видео. И что я сегодня делаю? Я вам хотела рассказать. Когда я пыталась быть сыроедом, это я уже много раз рассказывала, что это был очень короткий период времени, и я поняла, что мне это совершенно не подходит. Но, с другой стороны, я очень рада даже, что у меня был такой период, потому что у меня в моем рационе остались очень многие блюда сыроедческие. И я их использую до сих пор. Вот, например, этот живое свежее фруктовое пюре с корнем имбиря. Если вам интересно, я его обязательно скажу. Ну, в принципе, это очень просто. Свежие фрукты с имбирем, немножечко меда и различных специй. Это у нас корица, кардамон. Вот, я обожаю делать такое пюре и потом его добавлять на свои десерты, в свой творог или в свой йогурт. Мне кажется, полезнее и лучше ничего нету. Зачем покупать в магазине? Конечно, деткам мы покупаем, потому что они у нас вредненькие, а себе я стараюсь не покупать. И сегодня я еще решила сделать себе томатный соус. Тоже это рецепт сыроедческий на базе томатов, помидор, чеснока, немножечко корня имбиря. Я буду добавлять шпинат тоже. Если вам такие сыроедческие рецепты интересны, мы иногда можем делать. Для лета они просто замечательные, потому что съедаются быстро, хранятся, конечно, недолго, но очень легкие и свежие. Еще раз подключилась, чтобы показать вам результат. Вот, смотрите, какой просто супер свежий соус из помидор и шпината получается для рыбы, для пасты, для мяса, для всего. Просто замечательный. Если, еще раз повторяю, хотите рецепты сыроедческие, я обязательно тоже включу в свои блоги или отдельными рецептами. Ну а это пюре. У нас сегодня 28 градусов. Сейчас 4:30. И мы поехали в магазин за водичкой, за чем-нибудь свеженьким, за овощами, за фруктами. Как всегда, нужно что-нибудь купить вкусненькое. Ну, а для нас вкусненькое – это фрукты и овощи. Так что сейчас все купим и потом будем разбирать. Я тут такая в футболочке в рабочей, чтобы делать покупки. И с прыщом на бороде. Хотела я вам рассказать же про молочные продукты. Приеду домой, обязательно расскажу, какую новую информацию я про них узнала. Может быть, кому-то будет полезно. Мне также задали вопрос, сколько стоят биопродукты. Ради бога, не пишите мне, что био не существует. Знаете, у каждого свое. У меня свое, вы меня не переубедите, я сразу говорю, вы меня не переубедите, потому что я посещала плантации здесь, во Франции, которые обрабатывают не био всякими каками, и которые био. Конечно, их обрабатывают, это всем понятно, но их обрабатывают 100 раз меньше, я все это видела, поэтому не нужно мне писать, что все апельсины с одного дерева. Одного дерева на всех не хватит. Итак, про что я рассказывала? А, ну вот, забыла я про что рассказывала. Лучше переключиться. Я приехала из биомагазина. Перед тем, как вам показать то, что я купила, какие новиночки, я хотела вам рассказать про молочные продукты, про которые обещала. Значит, я связалась с одной женщиной, которую я знаю, тоже познакомились мы через YouTube. Она француженка и специалист по питанию. И у ней была такая тема, высыпание на лице из-за молочных продуктов, из-за глютена и из-за лактозы. Я ей задала вопрос,
А почему вы всегда говорите, что не нужно употреблять молочные продукты, но сейчас же очень много молочных продуктов без лактозы? Почему вы не говорите людям, что можно употреблять продукты без лактозы, сыр, ну, все молочные продукты? На что она мне ответила, ой, мне тут что-то видно, простите, и на то, на что она мне ответила, вы знаете, что, на, как мне уже кто-то правильно писал в комментариях, лактоза, она в основном вызывает вздутие живота, дискомфорт в кишечнике и все такое. Но лактоза редко вызывает высыпание, прыщи на лице и все такое. То, что вызывает в молочных продуктах, это молочный протеин. Если я не ошибаюсь, это казеин, скорее всего. Вот, он и вызывает. И оказывается, молочные продукты с лактозой или без лактозы, они могут вызывать высыпание на лице. Также, знаете, такое неприятное ощущение слизи в горле, конечно, раздутие живота, но я была очень удивлена, Лена объедается молочных продуктов без лактозы, а высыпание продолжается. Так что я решила, это мое решение, я попробую, потом вам все расскажу. Не говорите мне, плохо это или хорошо, если у Лены что-то в голове, значит, ей нужно попробовать. Я попробую исключить молочные продукты. Она мне все рассказала, чем их заменить. Если вам интересно, я вам все это расскажу. И скажу свой результат по моей коже, что со мной будет твориться. А сейчас буду показывать новинки. Что у нас новенького сегодня? Так, начнем с псиллиума. Про псиллиум я уже много рассказывала. Это шелуха подорожника, которая просто супер для очищения кишечника, для того, у кого проблемы со стулом. Я его очень советую и всегда пытаюсь, чтобы он у меня всегда был дома. Как его применять, я уже много раз рассказывала. Если кому-то интересно, то обязательно расскажу и, скорее всего, сделаю про него пост в Инстаграме, потому что еще очень мало людей про него знают, но это просто находка. И его принимают по утрам, растворяют в воде, можно добавлять в каши. Также он заменяет яйца для вегетарианцев. Если добавлять в выпечку, он такой имеет эффект склеивания. Я его уже, мы про него узнали уже где-то больше года, и всегда он у нас обязательно есть дома. Я про него обязательно все расскажу подробнее, кому интересно. А может, даже сделаю отдельное видео, скажите мне, интересно или нет. Также зеленая гречка обязательно у меня есть дома. Купила первый раз лапшичку из зеленого горошка, 100% зеленый горошек для нас, для всех, для Владислава. Во Франции, я уже говорила, очень часто делают салаты из холодной лапши. И знаете, пасты, я все время лапша, это паста же, она богата железом, и я буду вот делать, не знаю еще как буду делать. Обязательно, давно не покупала уже льняную кашу, все время овсянку делала, захотелось льняной каши, буду делать свою льняную кашу. Это муж у меня обожает отваренную кукурузу, он ее ест или с соевым соусом, или с винегретом французским. Вот, я уже показывала капусту ферментированную. По-вашему, это, наверное, квашеная капуста. У нас лактоферменте. И взяла на пробу из черной редьки. Очень хочу попробовать. Для здоровья супер. Это тахини паста кунжутная. Всегда есть. Это наши орекошечки. Это как они по-русски? Ну, всякие. Тут у нас нут. Красная фасоль. Белая фасоль обязательно у нас есть дома. Это я не знаю. Это кефир. Все знают, что есть кефир, молочный кефир, но есть еще и фруктовый кефир. У меня вот он из лимона
И инжира. Я его очень люблю. И, в принципе, можно делать свой кефир самим дома. Но у меня нету гренев кефира. Вот я жду, когда один хороший человечек мне их пришлет. Так, что я еще нашла? Кстати, кто пробовал, я ни разу не пробовал. Это не соевый соус, это не кокосовый соус, который мы заказываем на iHerb. Это соус из японского чернослива. Никогда не пробовала, обязательно попробую и расскажу. Это у нас сушеный виноград, я предпочитаю покупать в биомагазине. Это хлебушек для сэндвичей Владиславу. Это соль мы такую покупаем, ароматическую, то есть она здесь с различными травками, приправками. И вот эта соль, я не помню, с чем она. Она с паприкой. Тоже, я уже ее несколько раз покупала, замечательная соль. У меня кончился кумин, мы его очень любим, и канель кончилась, корица, канель по-французски. Что это такое? Это я уже покупала. Это для людей, которые не едят молочные продукты, не едят соевые продукты. Это сыр на базе риса. И я его очень люблю. У кого есть биомагазины, то советую попробовать. То есть для вегетарианцев. Что еще, что еще, что еще? Это Владиславу, его любимые завтраки. Он говорит: мама, купи мне келокс. По-французски это келокс, это вот такие раздутые шарики. Это сельдерей у нас. Это мужу, как всегда. Сегодня он взял с белыми грибами. Что такое? Это корень имбиря. Оливки. У меня задавали вопрос, вы совершенно не едите оливки. Оливки ем, но для меня они немножечко слишком соленые. Но иногда хочется и покупаю. Раньше, когда приехала только во Францию, объедалась оливок и зеленых, и черных. Предпочитаешь зеленые? Черные тоже полезные, но они намного жирнее. Предпочитаю зеленые. И знаете, я предпочитаю их промывать. О, салю, Владислав! Влад из школы пришел на обед, буду заканчивать. Вот, предпочитаю их промывать и тогда добавлять салаты. Муж у меня очень любит кровяные колбаски. Кто любит кровяные колбаски? Вот, кровяные колбаски. Стоят они дороговато, потому что они органические, да. Кровяные колбаски буду ему делать. А это мое любимое мыло. Из 30 трав я уже 250 раз показывала, а это из 18 трав. Это у нас с куркумой, а это с кокосовым маслом. И у меня закончилась омега, я взяла омега-3. Вот такие покупочки у меня сегодня были в органическом магазине. Муж приехал домой вот с таким богатством. Он заехал в магазин и увидел, что в магазине скидки на малину. Это магазин Grand Frais. Там вот такая коробка, где было 12 баркетиков по 125 грамм. Стоила 7 евро коробка. Он сказал, там еще и была и черника. Но он взял малину, так как Владислав у нас любит малину. Вот. Так что будем кушать витаминчики. Сейчас я свое утро чаще всего начинаю с двух вещей. Это со стакана воды со спирулиной. После того, как я встала, я выпиваю стаканчик воды с одной чашечкой, чайной ложечкой спирулины. Про спирулину 100 раз уже рассказывала. Есть на канале видео про спирулину. Кто еще не видел, можете зайти и посмотреть. А также перед самой едой я выпиваю стакан воды с псиллиум. Псиллиум. По-русски не знаю, как ударение поставить правильно. Про псиллиум я сейчас сделаю пост в Инстаграме, для чего он применяется, почему я его пью. И кому будет интересно, обязательно почитайте мой инстаграм Elena_Sasha.
Ну вот как раз я решила сделать свое живое варенье-пюре с псилиомом и хотела вам по-быстрому рассказать, как я его делаю. Оно получается очень вкусное. Просто у меня сегодня на базе манго. Нужно взять одно манго, добавить примерно горсть малины, если у вас есть, или земляники, клубники. Добавить обязательно одно яблочко, где-то примерно 2-3 столовые ложки сока лимона. Добавить столовую ложку псилиума, можно даже 1,5 столовые ложки псилиума. И да, я добавила корочки апельсина, но это факультативно. Из пряностей можно добавить кардамон. Все это перемиксовать и потом поставить в холодильник. Псилиум возьмет влагу, как бы набухнет, и получится в виде конфитюра что-то, в виде десерта, только полезного и живого. Подсластитель я никакой не добавляла, потому что манго, оно уже очень сладкое. Вот. И еще хотела вас попросить, но попросить по-доброму. Кому не нравится правильное питание, здоровый образ жизни, мои рецепты, просто не смотрите блог, потому что вы пишете комментарии, разные комментарии. Они, конечно, меня сильно не трогают, потому что я выбрала свой образ жизни. Ну, я думаю, зачем себя напрягать, смотреть мои рецепты и потом писать, что у меня ужасная еда, что я не ем мясо, хотя мы едим это мясо каждый день, и я не вегетарианец, не сыроед. И писать, что мы не едим креветок и лангустов. Вы вообще много креветок и лангустов едите? Они во Франции стоят ни копейки. Мы едим их. Но мы едим их по праздникам, честно сказать. Есть такое. Так что, пожалуйста, кому не нравится правильное питание, или кто считает, что мои рецепты ужасные и все такое, я свой блог не буду менять. Я не собираюсь питаться по-другому. Мне это подходит. Мы с мужем пошли немножечко прогуляться и нашли оливковые рощу оливковых деревьев. Посмотрите, а небо сегодня такое голубое, красивое. Мы тут ходим по окрестностям и ищем новые тропы для прогулок. Мы это любим. Шедики он ваши решили на его шмем пурли промнад. Ой. Вот. Так что сейчас выйдем куда-нибудь. Оливковые деревья все еще цветут, цветут. Цветочки стали больше намного. Ну, пойдемте. У нас в Провансе очень много розовых маков. Я их раньше ни разу не видела. Вот я не знаю, здесь или солнце их так выжигает, или у них такой цвет пастельно-розовый такой, пастельно-розовый, красивый. Так как муж бывший археолог, он всегда, у него глаза опущены всегда в землю, и он всегда ищет какие-то камушки, дороги. Жидики тюшер штульта, соженитик шитуа. Вот, что-то уже нашел. Часто домой приносит что-то. Такое говорит, вот это из такого-то века, в таком-то веке. Обожает он все это. Так что вот как быть, жить с историком, с археологом и с жандармом. Снова дошли мы до нашей юки, которая цветет. Спасибо всем, кто написали, как она называется. Вот она уже почти отцвела. Какая большая, вот она какая большая. Я даже не знаю, мне спросили, можно ли отростки брать. Я не знаю, можно. И вот еще одна, которая будет только зацветать. А сейчас я вам что-то покажу. Я сама такого никогда не видела. И открыла рот. Посмотрите, какая клумба. Вот это клумба. Господи, как красиво. Посмотрите. Как мы сюда добрели. Слава Богу, что мы это увидели. А там
Слышите? Недовольный пан. А по-русски как это пан? Забыла, у которой хвост распускает. Ну вот. Так что увидели вы, как цветут кактусы. Спасибо всем, кто остается с нами на нашем канале или на Франс, кто гуляет с нами по Провансу и кому нравится наш канал. Мы всем вам очень рады. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока.